И сегодня мы рассмотрим новый журнал по звездным войнам. Ну и давайте сразу рассмотрим обложку. Здесь у нас есть Энакин Скайуокер из третьего эпизода. Также игрушка-перехватчик джедаев. Также Раб 1. Славное возвращение. Снова с нами. Два крутых плаката. И комикс из 12 страниц. И также сзади у нас есть опять эти таблички на двери. У Лего, видимо, для журналов закончились идеи, потому что в предыдущем журнале Hidden Sight были почти такие же таблички. Ну и это меня не очень радует. Ну и давайте распакуем. Упаковав пакет, у нас здесь лежит журнал и игрушка. Игрушку мы пока отодвигаем в сторону и рассмотрим сам журнал. Как я и говорил, здесь Энакин, перехватчик джедаев, славное возвращение Раб 1, снова с нами, два плаката и комикс. Ну и давайте откроем. Здесь у нас есть гоночный пот Энакина 2019 года. Также оглавление, игрушка. Дальше у нас начало комикса, горячая разведка, продолжение. И тут у нас конец комикса и два постера. Давайте на них посмотрим. Первый постер мне очень нравится. Тут Дарт Вейдер, Энакин, Кайло Рен и Оби-Ван, и сам Дарт Вейдер. А второй плакат тут штурмовик, Люк, Оби-Ван, еще один штурмовик, R2-D2, и C-3PO, и подпись «Это не те дроиды, что вы ищете». Плакаты мне очень понравились. Ну, мы их откладываем в сторону. И здесь у нас реклама игры «Звездные войны. Галактика героев», которую можно скачать в App Store и в Google Play. Здесь у нас рассказывают про лего-набор Раб 1. Дальше лабиринты. Сборка самого набора. Пазл. Продолжение сборки. И еще один комикс. И это как раз тот перехватчик джедаев. Старый набор, он у меня был. Но я купил этот набор, потому что оригинальный у меня сломался. Так, дальше у нас тут рисунки разные, пластилиновые поделки. И тут у нас показывают, что будет в следующем журнале. Это истребитель Сид. Почему-то написано суперигрушка, но он какой-то скучноватый. Ну и тут, как я уже и говорил, таблички. Ну что ж, а теперь рассмотрим игрушку. Так, в общем, собрал я перехватчик. Он очень классный, но есть один минус. Лего не доложили мне деталь, а именно пин, который изображает турбину. И мне пришлось лезть в свой огромный ящик и искать эту турбину. Но сама модель очень крутая. У нее двигаются эти крылья, так сказать. Можно играть, что он вот так вот летает по-разному. Ну, а на этом все. Расстроила меня, конечно, ситуация с пином, но ничего. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и писать комментарии. Всем пока!